А всем огромнейший привет, дамы и господа! Сегодня у нас будет очередной видеоролик по Crazy Time. Ага, всем здорово. Короче, сегодня позвал своего дядю в ролик, да, с которым мы когда-то снимали давно ролики по Тейкеру, стримили, да, такое было. Но да, были времена. Судьба сложилась так, что пришлось нам немного разъехаться, да, и сейчас записываем ролик дистанционно. Короче, что мы придумали? Я придумал, да? У тебя будет 15 минут времени, ты готов? Я тебе заранее объяснял. Да, все понял. Смотри, у тебя 15 минут времени пошло, 50 тысяч рублей, все, что выше поднимаешь, твоя. Что делай? Okay. Короче, ставь по 500 на бонуски и по 1000 пятерка и полторы. Короче, еще 1000 на пятерку и 1000 на десятку. Хорошо, первая ставка, в принципе, слушай, такие ставки в основном я сам делаю, то есть на бонуски на 5-10. Ты вообще вот после того, как переехал, ну вот сейчас там живешь, смотришь вообще-то кого-то? Ну, по казино уже нет, а так раньше, по старинке кто там был, а этот, о, десятка, плюс пятерка, сюда, 6 тысяч, а, 11. Давай ставку повторим. Давай. Кстати, деньги, если что, не начисляются, которые ты выиграл. А, понял. Они просто идут сразу на вывод, понял? Ага. Ну, это сделано для меры безопасности. То есть ты выиграл 6 тысяч, они сразу на вывод отправились, понял? Ага. Как тебе система? Ой, блин, отменили вывод, видел? Видел. Так кого смотришь вообще? Да я уже забыл многих. Ну, а сейчас там... Ну, мы в строй. Понятненько, понятненько. Никого человека не смотреть. Так, хорошо, мы повторили с тобой ставку и успешно проиграли. На балансе 51 тысяча рублей, что делаем дальше? Короче, ставив по 1000 на бонуски. И... Блин, на десятку 3000. Пожалел ли ты то, что уехал? Ну, вообще уехал ты, не, ну ладно. Ну, тогда, давно. А, ну, сейчас, да, жалею. Да, с Максом мы когда-то давно начинали снимать ролики. Большая популярность тогда была, реально большая. Это вот серьезно, кто не знает, дядька мой, он у меня старше буквально на полгода. Ну, возраст его, как и мой, никто ему не озвучивает. Подожди, подожди, подожди! Ну! Охренеть! Ай, боже. Ты понимаешь, ты только что мог поймать Crazy Time по 1000 рублей? Это просто вот это что-то. Блин, ну... Соболезную, что уж сказать. Что делаем дальше? У тебя 12 минут, а? Чуйка, повтори ставку. На пятерку, двойку, однерку добавить? Не-не-не. Короче, если ничего не залетает, ставим на двойку. Алин? Да ну-ка, койл. Ой, мне просто послышалось алин. Да не. Так, окей, десятка, 3000 падает единиц под x15. А я говорил. Упала вот под 50x, было бы хорошо. Ну да, было бы неплохо. На так, пол. Сразу. На пол. На пол шушить. Так, десятка, ты проиграл. У тебя остается 37 тысяч рублей. Что делаем? Короче, ставь по 500 на бонуски и пятерку на двойку и по 1000 на пятерку и десятку. По 1000 на пятерку и десятку? Да, и на двойку пятерку. Давай. Живем один раз. Живем один раз. Именно это он сказал. 50x, да. Бывали моменты, ловили двойки под x20, под x25, под x15 по большим ставкам, и это очень... А? Уже какой третий раз подряд падает барабан единиц. Да, на единицу кидает икса. Бесит. 5x не так. Слушай, а смысл было ставить 1000 рублей на пятерку? А я не знаю. Ну, я тебе поздравляю, твой первый бонус, хотела сказать. Нет, это двойка. Ну, хоть какой-то плюс да имеется. Ну, окей, 41 тысяча. Что дальше? Короче, ставишь десятку на двойку и 500, и по 1000 на бонус. Уверен в этой ставке? Да. Ну, удачи. Ни одной бонуски еще сегодня не было, посмотри. Это ужасно. Мне кажется, удача. Бонуска должна скоро упасть. Посмотрим, посмотрим. Ой, да. Лучше бы двойку под иксом, десятку под икс2, на которую ты все не время ставил. Не любите, она сейчас упадет.
Подожди, подожди, подожди. А, стоп, бонуска? Нет, это походу... А, единица. Я бы, не знаю, я бы драпанул, если бы не десятка была. Ну, что делаем дальше? Давай пока на бонуски по 500. И все? Ну, блин, я не знаю, оно как-то так падает. Ну, давай на десятку 2000. Ну, 2500 стоит. Вот доверься сейчас моей чуйке и увидь. Сейчас выпадет единица. На твоем месте я бы сейчас все... Ну, блин, ты смотри, сколько единиц. Я смотрю на историю, что падал, но не может. Вот сейчас... Ну, блин, какая пятерка, 50. Ну, вот все деньги, которые у тебя сейчас есть, я бы тебе сейчас посоветовал поставить на единицу. Вот именно в этой ставке, которая сейчас происходит. Потому что это... Да ну нафиг, пятерка под x10. Упс, единица. Вот так, дядя. Так надо было говорить раньше. Вот так, дядя, вот так. А ты мне только сейчас это сказал. Сейчас бы вот выиграли сколько? 45. Что делаем? Бонуски давай по 1000. Угу. Полторы. На десятку, на двойку что-то ставить? Десятку ставь. 2,5. Что-то ты прям веришь в эту десятку. Мы ее поймали, ну, блин, один раз по косарю. Не знаю. И все. 9 минут у тебя остается. Сейчас все будет, чекай. Блин. Зарежу. Crazy time может быть по 1500 рублей. Как ты отреагируешь? Знаешь. Нет. Как? А. Пятерка. Понятно. Ой, боже. Ну, у тебя 14 тысяч. Блин, я не знаю. Ну, как-то часто единицы двойки падают. Ты посмотри, чё. Так и знал, дурень. Ну смотри, это единица по 14 тысяч, которая выпадет под x5. Сейчас упадет бонуска. Вот заметь, это всегда так работало, когда ты ставишь свою ставку. То есть, я не знаю, как тебе объяснить, но это так работало всегда. И, то есть, если я ставлю, ты говоришь, нет, давай туда поставим. Ладно, ставим туда, куда ты сказал поставим. Но нет, оно падает туда, куда я хотел поставить. Короче, закон подлости вообще... Ну, если повезет. Опа! Хорош. Ай. Секунду. У тебя 8 минут. Немного я тебе баланса поднял. Что дальше? Давай так. 8 на 2. Угу. И по 1000 на бонуски. Ну, смотри, я бы на твоем месте сейчас бы поставил все свои деньги, то есть, которые у тебя есть, на единицу. Еще раз. Сейчас будет дабл единица. Посмотри. Выпала единица. 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 Ну, блин, ну хотя бы коин. Ну, хотя коин вообще бессмысленно, я считаю, бонус вообще. Самый ненужный. Согласен. И угадай, что это? Это я не знаю, как работает. Так, ладно. Короче, ставь десятку на единицу и... Короче, десятку на единицу и 3 на двойку. Хотя давай, ладно, пофиг. На двойку? Да. Ну смотри, единица плюс а, двойка плюс а. В принципе, давно не было. Либо двойка, либо что-то пятерка или десятка. На бонуске вообще не знающий. Так, блин, это сколько? 6. Это... Там сколько игр будет? Прикинь, 15x. И выпадет. Крейзи, да? Нет. Единица. Ну, 20 тысяч. Чё дальше? Опять LN. Все время будем ставить LN на 1-2? 15 ставь на 1 и 5 на 2. Хорошо. Я на, не знаю, на двойку теперь что-то чувствую. Ну, двойки, по сути, давно не падают. Мы можем так сделать. Нет, не-не-не. Капец, у тебя чуть ли не каждая ставка all-in. Ну шо, ты меня... Так, как-то, не знаю. Крейзи. Один. Прекрасная женщина, ну упади. Ой, упади. Прекрасная женщина, да, надо, чтобы однёрка. Один. Ну, хорошо, это 30 тысяч. Вот так. Что ставишь дальше? 20. А, не, не хочу all-in ставить. Короче, ставь пятерку на двойку. Угу. И по 3000 на десятку. Угу. И 5 на пятерку. Капец. И, короче, по 500 на бонуски, пофиг. Капец у тебя ставочка. Да. Ну, если, хорош. Короче, если сейчас не выпадает ничего, и опять единица. То что?
Ой, ну хоть что-то. Это будет 125 тысяч рублей. Ну, блин. Повезет, как думаешь, или не повезет? Я не везучий человек, в принципе. Я невезучий человек, сказал он, и выиграл 130 тысяч рублей в Crazy Time. Просто держался на соплях, челик. 145 тысяч. Да, 145 тысяч баланс. Что дальше? Сколько минут осталось? 5. Короче, ставь 1000 на бонуски. Ага. И пятерку на двойку. Как, какие у тебя сейчас эмоции, ощущения, когда ты выиграл? Я не знаю, я... Ну, ты понимаешь, что вот... Есть эмоции, но я не могу их показывать. Баланс сейчас 136 тысяч. Все, что выше 50 тысяч, твое. Это означает то, что 86 тысяч рублей ты уже выиграл. Я просто в шоке. Я просто в шоке. Ладно. Я не знаю, я не могу реагировать. А ну, двойку. Это еще и двойка, челик. Это еще и двойка, дядь. Пятнашка? Пятнашка, это уже 101 тысяча рублей твоя. Тебе осталось 4,5 минуты продержаться. Ну, слушай. Либо, короче, 2,5, такую же ставку. Точно такую же. И 2,5 на десятку и 5 на пятерку. Ага. Ну тогда нас двойка уволит в минуса. Да, кстати, я что-то не понял. Ну, двойка, ну, она... Полторы тысячи будет минус, не так обидно. Да, чисто будет подстраховаться, а так, если под иксом сейчас... Да, ну, даже починка. Пожалуйста, уже... Ну смотри, это может быть пятерка или нет? Не понимаю. Вот смотри, вот эта вот пятерочка. Вдупляешь, нет? Вдупляешь? Нет? 30 тысяч! Как ты это делаешь? 164. Без понятия, тест. У тебя 4 минуты. Повтори ставку и добавь еще две, еще пятерку, короче, на двойку. Вот так? Да. Но теперь, смотри, теперь если падает пятерка, то это маленькие плюса. Ну, лучше хейл пойдет, чем вообще ничего не падает. Пофиг. Ну, согласен. Главное, эмоции. Охренеть, и он кидает на единицу. Боже мой. Это может быть Кэшхант. Хотел бы сейчас пострелять? Конечно, люблю Кэшхант. Споешь песню «Между нами пау-пау», если это Кэшхант? Нет, это не Кэшхант. Блин! Каркал ты. Три минуты. Три минуты. Что ты себе купишь за эти деньги? Ой. Повторяем или что, или как? Короче, 1,5 на бонуски. И 2,5 на десятку, и 5 на пятерку. Ну, Капец, ты понимаешь, сколько мы с тобой денег проиграли, ставя по 500, по 1000, по 1,5 на бонуски? Да. Вот даже эта ставка сейчас, это 6000 рублей. Мы за, с тобой за сегодня сделали ставок в Crazy Time, смотри сколько. Блин, двойка. Охренеть, двойка под каким иксом, и ты на нее не ставил. Это двойка. Это двойка. Обалдеть. 5000 туда поставь. Прошлая ставка сколько там было? 10 тысяч? 10 тысяч, 300 кусков. Сколько минут осталось? 2. Короче, ставь такую же самую ставку. Последнюю. Я офигею. Ну и как тебя можно назвать? Я не знаю, это такой закон подлости, бесит меня, на самом деле. Ну и вот скажи мне теперь, вот вроде хороший ролик записали, вроде подняли, вроде интересно, но тильт, согласись. Да. Тильт есть же, да? Вроде выиграл денег, но тильт. Спой песенку. Ау. Да не, вот это вот, время пострелять. Я не помню слова. Ладно. Ну я тебя поздравляю, по 1500 рублей. Пау, 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 пау. Мы там с тобой. Что-то там. Короче. Надо 75x стрельнуть, и это 100 тысяч рублей у тебя будет. Нет, подожди, это под... ты выиграешь 150 кусков себе, если сейчас... Подожди, тихо. Не гадай ничего. Надо... Тихо. Я буду молиться на x5. Хватит тебе, тебе и так нормально. Короче, давай... 3-4. 5-5 стреляй, 5-5. Так ты же сказал 3-4. Это 4. Нет, это 5-5. Ты хотел 3-4. Ну вот, я всегда стрелял 3-3. Ага. А ты 3-4. Посмотрим. Блин, ну мне не повезет, вот, клянусь. 5x, офигеть! Говорил же 3-4! Что это? Ну ты валенок, я тебе говорю!
Тайвахи. Еще одну ставку, последнюю. Давай еще 11500 куда-то денем. 11 на двойку, ставь, пофиг. Нифига, пофиг. 11500 на двойку, пофиг. Это твоя последняя ставка, 22 секунды у тебя останется. Ну, все, время выходит, точнее. Короче, да. Если... Будем надеяться на удачу. Двойку? Понятно. Если эта ставка не заходит, ты уже 50 тысяч рублей поднял, ты сделал их два этого баланса. Но по-хорошему еще бы не единицу увидеть сейчас. Кэш? Не-не-не, это единица. Это болезнь. А, ну, пиковый балик был что-то под 150. На пике, 160. Ну, сейчас 100. Что ты себе на 50к эти купишь? Ой, ну, много чего. Ты себе телефон хотел купить. Ну, не хватит, надо ему подкопить. Ну, я думаю, это очень тебе сейчас поможет. Нет, полтос просто... Очень. То есть нет... Ну, ты да. Свалишь с ними, они не будут. Да. Тоже деньги. А, друзья, кому понравился ролик, обязательно подписывайся на канал, ставь лайк. Мы с тобой встретимся завтра в новой части, в новой рубрике. Сегодня дядька мой смог поймать хороший такой занос в 150 тысяч рублей на двойке. Ой, на пятерке. Я охерел. Ну, а на этом все. Спасибо всем. Пока. Пока.